Здравствуйте, товарищи, с вами 107, мы продолжаем проходить Alan Wake. Остановились мы на том, что нашли кучу светошумовых гранат. И быстренько мы их собрали, и... Это должны быть очень эффективные и клёвые штуки. Но в машинах, как всегда, нет ни людей, ни... оружия. Отсюда я могу сделать только один вывод, то что... Они все стали тьмой. Ну, или как это называется. Будем считать, что они обращены тьмой. И это значит то, что у нас будут противники уже не с топорами, с чем там у нас были, с бензопилами, а с настоящим огнестрельным оружием. А это уже неприятно. Слушайте, но... Но мне совершенно не хочется на них тратить гранату. Но, видно, придется. Да. Видно, пришлось. Потому что пистолета-то у меня нет. Я бы с радостью пистолетом, конечно, их убил. Но, увы и ах, только гранаты. Но я так понимаю, то, что это чтобы испробовать было это. Дали трех врагов. Думаю, в ближайшее время, пока я не найду оружие, больше врагов не будет. Ну, надеюсь на это. Но, похоже, я не прав. Да, я не прав. Поэтому попытаемся убежать от них. Да, идем на свет. Я вижу свет, значит, мы идем на свет. Ну, вот видите, я даже начал уже уворачиваться. Ого, в спину. Да что же мне гранаты-то даете? Ой-ой-ой. Что это, что это, что это? Блин, это просто текстура. Ну да ладно. Слушаем радио. Батарейки. Что нового, Милт? Ну, я живу возле трейлерной стоянки, Пат, и там сейчас какая-то суматоха. Не знаешь, что происходит? Я не знаю, что там куча полицейских машин, воют сирены, вертолет рассекает. И я даже, кажется, слышал выстрелы. Как из пистолета. Так вы можете выяснить, что происходит, потому что я совсем рядом. И палят из ружей, бла-бла-бла. Короче, мы идем к этому Пату, потому что он... А, вон страничка, надо ее взять. Надеюсь, то, что мы не пропустили ни одной до этого. Падла. Да что же вы такие все неугомонные-то. Все-таки лучше им сначала пробивать эту фигню. Я прям не знаю даже, как мне с ним справляться. Гранатой, наверное, только. Ради одного тратить гранату. Хотя он, наверное, какой-то мощный. Смотрите, какой он жирный был. Читаем. Ну, блин, если честно, вот... Мне не очень хочется читать историю вот этой официантки, которая... которую одурманила эта штука. Лучше бы что-нибудь путнее про Алана рассказали, про прошлое его или что-нибудь типа того. А не как... Темная сущность заставила официантку помогать ей. Это, конечно, офигенно. Но на этот раз я сначала сниму с них немножко щитов. А теперь можно и гранатку кинуть. Кинул бы я ее на секунду раньше и не получил бы по хребту. А почему от гранаты светошумовой у меня хп не восстанавливается? Только от фонарей. Какой привередливый Алан. О, там полицейская машина. А тут припасы. И впервые будут враги, где припасы. В пещере. Потому что, ну блин. Да, я так и думал.
Ох ты, смотрите-ка, кто у нас тут. Ни хрена себе. Всех троих? Вроде да. Старт. И что этот агрегат делает? Свет в пещере? Непонятно. Что тут написано? Walk in light. Ходи в свету, что-то типа того. Блин, лучше бы пистолет оставил. Trust no one in the dark. Не помню, как это. А, блин, надо было просто зажечь эту фигню, и они бы... Ах, зря гранату потратил. Ну ладно. Ну там... Блин, опять тьма. Там полицейская машина, я надеюсь, что я все-таки достану пистолет. Все-таки побегу я лучше туда. Вот здесь никак в Assassin's Creed, то есть... В Ассасине ты если... Блин, слишком... Слишком. Что слишком-то? Эх, очередные гранаты, блин. И никаких пистолетов. Вот это странно, на самом деле. То есть, гранаты они берут, а пистолеты... То есть, гранаты оставляют, а пистолеты забирают. Это какие-то пожарники. То есть, они, у них не как у копов эти... Ой, а как, а почему она сразу взорвалась? Что я сделал, чтобы она взорвалась сразу, а не... Ну, я уже близко. Ой, все, тьма проходит. Странички не пропустил, интересно? Надеюсь, что нет. Да, тьма проходит. Блин, слушайте, как-то много на них надо. Когда замахиваешься, когда он замахивается, короче, есть два способа увернуться и... Вот, увернуться у меня не очень хорошо получается. Ладно, я думаю, достаточно с него. Ты фат. Какой-то мощный был моб. Ну ладно. Увернуться или посветить на него фонариком мощным. Тогда он собьется его за этот. Открыто, отлично. О, засейвились. ХП восстановили. Я надеялся, что Мейн одолжит мне что-то там. Радиостанцию? А, да, мы пришли на радиостанцию. Почему копы возятся с этой трейлерной? Что ты имеешь в виду? Это трейлерная стоянка. В таких местах непременно вляпаешься в историю. В смысле, чего ты ждал-то? Шериф должна помогать нам, нормальным гражданам, а не этих людей время тратить. А, ну это очередные. А вот, а у меня бабка, а у меня дед. Ну да, ну вы поняли. Термос. Возьмем термос. Мало ли, сейчас катсцена запустится, я не смогу вернуться к термосу. Ну вот, у этого чувака тут довольно много света, так что ему повезло, что его еще не сожрали. Ну что ж, мистер. Вот так сюрприз, к нам только что присоединился знаменитый писатель Алан. Друзья, попробую уговорить его дать интервью. Ну, козел, теперь копы знают, где я. Ну, блин, вот падла. Ну вот и приехали уже копы. Отойди от Мэйна, не трогай его. Долбаный коп, убьем его.
Он станет боссом, и я его с радостью убью. Снова убегать от полиции. Но на этот раз у меня есть светошумовые гранаты, которые я не буду использовать против них. Столько раз падал с обрыва, но это просто смешно. А не надо было называть книгу... Блин. Как он назвал книгу? Я прослушал. О, поезд. Так, похоже на мою записку, да. Я думал, это фонарь какой-то. Они просто светятся так. О, я ничего не пропустил, это отлично. Короче, этот дедулька, начальник радиостанции, нажаловался на этого. ФБРовца, типа, ты чё в меня стреляешь? Так, надо сейчас быстро убить и запустить агрегат, понятно. Так, ну думаю, хватит с вас. Запустили раз, два. Ну, это КТЕшка, конечно, но очень уж простая, я вам скажу. Взять фальшефер, блин. А, блин, мне показалось, что у меня их слишком много. О, наконец-то. Это то, чего мне не хватало. Собственно, зря я, наверное, потратил на них целую гранату. Можно было подбежать и взять пистолет. Ого, совсем рядом. Ну, чувак, с пистолетом-то... С пистолетом веселее, вот что я вам скажу. Слушайте, тут можно наверх подняться, а можно прямо идти. Но я вижу прямо что-то светящееся. Это я прокосил. Такими темпами я потрачу патроны. Блин, но мне туда надо. Я все-таки хочу сначала наверх попробовать. Потому что мне кажется, что мне туда надо. А наверх... вдруг там секрет какая-то. Ну или враги. Какие-то фермеры непонятные, лесорубы или кто это. С культяпками, наверное, фермеры. Черт, похоже, я зря наверх пришел. Здесь стрелок ничего нету. И рукописи моих нету. Ну не просто же так здесь сделали такой проход. Он тем более идет в другую сторону от миссии. Наверное, тут что-то да есть. Что-то путнее. А может я пришел отсюда, просто не помню? Нет, вроде бы. Хм, что-то странно. Луна. Да, похоже, я отсюда... Ну, блин. Странно, это странно. Зачем давать тогда возвращаться, если там тупик или если там копов куча? Зачем давать мне возвращаться туда? Вообще, я не понимаю, мы были там, где вышка, а там мы очень-очень низко. Это ж с какой высоты он на жопе скатился? Главное, смотрите, штаны-то не порвал. Я в детстве всегда рвал штаны, когда с большой высоты скатывался. А не здесь я от вертолета случайно убегал? Блин. В этой игре обычно нету такого, то что вернуться назад... Но кажется, именно сейчас я бегу абсолютно не в правильном направлении. Но я здесь не был. Честное слово, смотрите, вышка. И тут у нас страничка. Ради странички я это все делал. Было бы более продуктивно, если бы я помнил, кто такой Дэнни и кто такой Уолтер.
Серьезно, столько бежал ради записки. Блин, могли бы ее где-нибудь, я не знаю, ну не так далеко, но... Ну ладно, вам я не буду показывать, как я бегу обратно по той же дороге. Так что встретимся внизу. Ну что ж, собственно, пока я спустился, на меня пару мужичков напали и пара птичек, но я не стал их убивать. Хотя вот сейчас, возможно, на меня снова мужички нападут. Они вон там. Хотя нет, они наверху напали. Самое забавное, что когда мы поднимались, на нас никто не напал, только когда спускались. Ах, вот падлы, вот, вот когда надо показывать камеру, они это не делают. Смотрите, какие. У меня совсем мало осталось патронов. 3 штуки. Это прискорбно. Взять револьвер, еще немножко патронов. Че у нас тут? Фонарик? Зачем нам фонарик? С помощью него я могу безопасно добежать до следующего фонарика. Нет, да. И вот теперь они светят друг на друга, и это нужно, чтобы... Понятия не имею, если честно. Ну окей, еще давайте третий запустим. Ну ничего не меняется. Зачем они нужны-то? Чтобы сражаться было легче, но я не вижу врагов. С кем сражаться-то? И они выключаются почему-то со временем. Хм, странно. The darkness controls the taken. Тьма контролирует чего-то там. Очередной дробовик. Ни хрена себе их тут. Вот это в натуре. Куча. Включили раз. Я включил, я включил. Я заснял, я заснял. Блин, сейчас умру. Вовремя запущенная граната спасла мне жизнь. Ну блин, это было реально много. А еще знаете, что я вижу? Я вижу вот этот пень. Ну, то есть вот этот сук. Сук-барсук. И я с помощью него могу забраться на крышу. А на крыше ничего. Возможно, отсюда можно было легко отстреливаться. Но я что-то не это. Не обратил внимания. Ну и зачем отстреливаться? Я просто снял со всех броню и один раз кинул гранату. И потратил немножко патронов. А зачем я рассказываю вам то, что только что вы видели на экране? Не знаю. О, там что-то есть. In light you can hurt them. В свете ты можешь что-то там сделать. Я хреново знаю английский. Даже такие элементарные слова, как hurt, я не помню, как переводится. Собственно, нужно мне вот сюда, как я понимаю. Нет. Я неправильно понимаю, я так понимаю. Ну, туда мне нужно, как я понимаю. О, смотрите, что светится. Похоже на рукопись. Пойдемте туда. Вроде рукопись. Или термос. Рукопись, да. Отлично. Рукопись — это хорошо. Запыхался, бедный. Так, пока ничего не пропускаем. Охренеть, мы будем сражаться с бульдозером. А я еще на птичек что-то жаловался. Мол, здесь птички враги, не стандарт. Грёбаный Аваст свернул мне игру. Надо проверить, как запись прошла. Ну что ж, бандикам хорошо справился, но я обнаружил то, что запись идет уже 20 минут, так что туда мы отправимся в следующей части летсплея. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и... Рассказывайте друзьям, это очень мне поможет. С вами был Сет, до свидания.